Антимонопольщики подозревают мэрию в дискриминации ларёчников. Администрация не стала трогать павильоны Роспечати, мороженого «Славица» и цветочные магазины. Ларьки сносили выборочно, а значит, чиновники нарушили закон о конкуренции, считают в краевом УФАС. Однако такое неравенство в мэрии уже объясняли ранее. Год назад власти заявили, что не будут убирать ларьки с мороженым и прессой, потому что они, цитата, «несут не коммерческую, а социальную функцию», конец цитаты. Напомню, всего перед универсиадой снесли около 3000 торговых точек. Часть предпринимателей до сих пор не согласны с решением и судятся с мэрией.